흐느는 말이 가끔 있고 나가만 그 가르치 스트레오 고는 쇼지지 아 потом идти придется через горы и овраги так что прежде человечек выучись ходить как чудесно что однажды получается то что раньше не умел но тотчас же вдалеке обозначается не достигнутый предел и опять идешь пока не одолеешь Настанет время, и однажды ты сумеешь то, что не умел еще никто. Точка, точка, запятая, два кружочка вместо глаз. Точка, точка, запятая, это кто-нибудь из вас. В добрый путь дорога требует отваги и мечта зовет. Искать и находить ты поднимешься на горы и пройдешь через овраги. Только прежде выучись ходить. Точка, точка, запятая. Точка, точка, запятая. Еще одно произведение, еще одна киноработа Юрия Черсановича Кима. Я не помню, как называется этот фильм. Я забыла, Юрий Черсанович, как называется фильм? «Раз, два, горе, не беда». Прекрасный фильм, в котором песни сочинили Юрий Ким и удивительный, фантастический, необыкновенный композитор Рамуальд Гринблат, который умер довольно молодым и не успел много всего сделать, а мог бы сделать много всего. Например, у Юрия Черсановича с Рамуальдом Гринблатом есть замечательная опера «Тиль». И это произведение никогда не было поставлено, потому что я слышала его, и я как продюсер могу...